Но это уже усложнение. Для начала, конечно же, у вас уверенно должна получаться шестерка. Потом восьмерку можно добавлять. Ну а потом посложнее. Я играю очень просто, все вообще шестеркой, но большим пальцем. Смотрите, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх. Там какой-то другой бой, но я его вот так он ложится как бы хорошо. Если аккуратно играть, то все правильно. Смотрите, какие нюансы. АМ здесь всегда одинаковый, а вот ДМ он берет всегда нестандартно. То есть там получается вот такой аккорд. Это в басу пятая открытая струна, дальше четвертая струна, третий лад, третья струна, второй лад и вторая струна, третий лад. И потом он добавляет вот этот бас. Смотрите, пятая открытая остается, шестая на первом. Вот такой вот аккордик. Видно, понятно? Да, после него идет в куплете С. И потом всегда Е, смотрите, Е два аккорда будет. Первый, вот как А7 на втором ладу, да. Только на третьем, вот этими пальцами обязательно берем, смотрите. И потом добавляем указательный на третью струну, да. Ну, обычный Е, а вот этот необычный Е. То есть один бой мы играем. Вот он и в припеве, и в куплете есть. Пробуя на вкус улыбку девичью. Вот такая вот штука, да? Какие еще здесь аккорды? Ну, больше сложностей здесь никаких нет. F есть, баре, да? Его желательно брать полноценно. Если не можете... Вот этот аккорд здесь не подойдет. То есть птицы белой. Надо. Можно вот такой взять. Вот такой, если баре вообще никак. Ну, что еще можно? Птицы белой. Надо птицы белой. Можно вот так выкрутиться, да, взять power аккорд. Но тогда в бой нужно сыграть таким образом, чтобы не задевать там третью, вторую, первую. Дальше вы разберетесь, смотрите, что я делаю. У меня эта тональность высока, я играю с каподастром, все, чтобы с меньшим там сложностями и меньшим баре. Вот, мне вот здесь удобно. Птицы белые, над овощей проплывая, выпили глаза узоры осени. Вот здесь очень много разнообразных приемов, но в основном... Есть восьмерка обычно. Вообще, чем больше вы можете в правой руке, чем больше у вас вариаций будет, тем интереснее аккомпанемент, поэтому просто развивайте правую руку и все. Вот такой ритм.
повторюсь, я всегда в своих видео говорю, что вниз всегда этими пальцами, вверх большим. Если это грубо звучит, то одним пальцем можно всегда сделать то же самое мягко и красиво. Там, вот в таком темпе достаточно быстро и сложно. Там, 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 так, там, так, так, так. Иногда там, 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 там. Вот это второй вариант. Третий вариант. Здесь самое сложное глушение. Глушение вот такое, то есть просто удар, смотрите, кисть поворачиваем большим пальцем. Вообще. Надо так заглушить, можно этим местом, кстати, чтобы большим снова вниз было удобно. Получается та-та-та-та-та-та-та-та-та. Обычная шестерка тоже. Только я ее играю необычно. Смотрите, второй удар не вверх, а вниз. Там, 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 там. Какой это вариант уже? Четвертый, пятый, там. Ну и обычная шестерка. Красиво звучит. Терпя Камчатка, до свидания. Птицы белые перед Ниган. Вот это. Вот это вот движение быстрое. Оно больше относится, знаете, к началу боя, чем к концу предыдущего. То есть кажется, что это окончание, на самом деле это называется затак. То есть начало. Вот шестерка обычно. Только мы чуть-чуть заранее ставим аккорд, смотрите, мы доигрываем. То есть аккорд чуть раньше и вниз, вверх, вниз. Еще раз. Шестерка. Шестерка заканчивается наверх сейчас. Еще. И вот такой переход. Ну, на каждый удар такое делать не надо, но иногда вот такие вот штучки можно вставлять. Вот как элемент, да, один из элементов. То есть очень тихо вот этот вот элемент нужно научиться играть. Та-та-там, та-та-та-та-там. Но это уже усложнение. Для начала, конечно же, у вас уверенно должна получаться шестерка. Потом восьмерку можно добавлять. Ну а потом посложнее. Вот такие вот аккордики, вот такие разборы. Всем удачи. Разбираем, учимся, задаем вопросы, подписываемся на канал.